Всем приветики, ребятки! Сегодня у нас вот такая накруточка. Так, значит что, сделала я уже не по 6 штук, а сделала я уже 8 штук. С одной 4 штучки, здесь 4 с одной стороны строй. Заменяю, значит, от Dyson на обычные носки. Попытка номер 2. Увидим, что оно и как оно получится. Кстати говоря, я эту укладку делаю чисто на час, не на ночь. Не буду, я просто решила днем посмотреть, потому что многие читала отзывы, что девушки делают даже, если идут там навстречу или куда-то просто гулять, они делают вот такую укладочку чисто на час. В конце можно пройтись теплым этим феном. Но я думаю, что мне в принципе и не нужно. Я сейчас похожу, посмотрим, как оно и что, и включимся и расскажем сегодняшние наши новости. Что же у нас нового? Смотрим. Здесь я показываю, как круто, здорово, красиво, мне кажется, очень получились такие красивые, волнистые такие локоны. Ребята, я вам советую, потому что это реальная замена Dyson. Пользуйтесь моим, пожалуйста, советом. Такой лайфхак. Все, ребятки, всем добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Сегодня у нас в банке присутствует вот такой супчик, хлебушек. Опять запах мыса. Понюхай. Да, нюхайся. Да. Что это все значит? Да. Короче, 2 или 3 дня, да? Я не помню, когда мы там. Мы купили, когда? Сразу мы купили. Да, короче, купили на следующий хлеб. День. На следующий день хлеб воняет свилистью. Просто очень сильно. Сейчас, сегодня зашли хлебушек купить, потому что выкинули. Сейчас нюхаю, опять воняет очень сильно. Фу, вот тут сильно прям. Ну извини, но просто сама суть. Может, пошел дешевый, я не знаю. Как это вообще понять? В чем прикол? Это... Можно, пожалуйста, соль? Можно, конечно же. Капец. Не знаю, почему. Как есть. Я же еще ела до этого. Думаю, мне кажется или нет. Ну что, придется есть. Давайте пробовать суп. Это нормальный просто запах, да, специфический. А ты сам по себе по вкусу нормальный. Что? Фиг я знать. Раз тот хлеб и этот хлеб, может, он где-то хранился, их, знаешь. А ты кричала, ой, сейчас тут будет столько гречки. Нормально. Где гречка? Вообще, кстати, нету. Я не люблю, когда много. Расскажи ситуацию, как ты когда-то суп сварил. Да. Было дело в Украине, всегда дома. Было дело. Приехала, значит, к родителям с Харькова в Одессу. Это учеба была. Летние каникулы, что такое. И, боже мой, Аня. Что? Комар попался, как он тут оказался? Как комар? Ты пошел? Не знаю, вот. Нет. Да. Значит, как все никак, слава богу. А как ты его нашла? Я не знаю. Самое интересное момент. Ой, что делать? Суп теперь есть, что ли? Ну, короче, самая суть, что хотела рассказать. Приехала я к родителям домой. Значит, что мамы не было дома или что, я не помню. Ну, она, короче, оставила все мне продукты, сказала. Я говорю, хочу суп. Но она мне приготовила все. Где-то прошлый четвертый день, я захотела очень сильно супа, и она говорит, вот тебе ингредиенты, готовь себе суп. Сварила я уже поздно тот суп, вообще поздно вечером, и не хотела что есть. Просыпалась я утром, иду, значит, я разогреть хотела суп, достаю кастрюлю, а то не суп, то каша. Ты что, мама мне тогда говорит, позорила вовсю. Я говорю, что ты такое приготовила? Что это у тебя каша какая-то, не суп? Не знаю. С того момента у тебя фобия, да, переложить? Просто суп, я с детства их не любила, вот, я говорю, сырный суп, да, я могу съесть, ой, ну да, съесть. Борщ красный, зеленый, да. Раньше я вообще ненавидела, что там суп, вот это рассольники, я вообще их не любила. Рассольник вообще до сегодняшнего дня не люблю. Я тоже не очень рассольник. И из-за того, что редко готовила такое, поэтому так получилось.
неудачный эксперимент. Ну, мама у меня, конечно, выставила красиво. Дома перед своими. Ну, специально, типа, ну, я ее молодец, лучше так, чтобы, типа, лучше готовила. После этого, да, конечно. Я всегда вспоминаю, когда варю суп просто. Эту ситуацию, как там просто целая кастрюля была риса и картошки. И на... Просто, я не знаю, воды не было, ничего, одна густота была. Это было очень смешно. Грибы вроде жарила. Вкусный суп у нас. Нет, сами грибы по себе. Нет, вкусные. Просто в прошлый раз были грибы другие. И сыр как-никак тут лучше. Кто, сыр? Угу. Да, хлеб, правда, с... даже привкус какой-то плесневый. Ну, они где-то его хранят в непонятном месте. Это же не просто так за неделю тот и тот хлеб выкинули. Сегодня же купили этот хлеб, открыли, он воняет. Специально ходили за хлебом, кстати говоря. Ой, норила. Как-то так. У нас неделя проходит, эту неделю, кстати говоря. Это перец, да? Да, это перец, кстати. Это один кусочек мяса, который я сильно его перчила. Последняя неделя. Заканчиваем наш А2. Книгу добиваем. Я все-таки переживала за тему. Все-таки добиваем последние темы. Книжку, да, переживала? Да, переживала, что тема, типа, блин, думаю, капец, ну, типа, заплатили деньги, давайте уже хоть до конца, хоть что понять. Ну вот. Осталась, кстати, одна тема. В понедельник уже с новыми книгами придем. Завтра я так и не поняла, что будет, какие-то тесты сказала, да, учительница. Что-то то ли перерыва не будет, ну вроде, да, перерыва, да, не будет. А я почему-то подумала, что типа до перерыва сдать по времени. А, ну можно, я поняла по-другому. Я придумаю, перерыва не будет. Закрепить темы, походу. Ну, там у нас ничего нового. Дом, курсы, учеба, суп. Немецким занимаемся. На выходные сейчас не знаю. Сейчас прям планов особых у нас нет. Скрутное становище, как я говорю. Да и погода, понимаете, если раньше можно было тогда в тот же день, когда на пикник пойти, сейчас уже нет такой погоды. Все, уже холодно. Что ты молчишь? Да и не знаю, Аня, тебя в детстве мама заставляла готовить? Нет. Ну как есть, в подростковом возрасте? Нет. Нет? Ну она просто повар у тебя, поэтому... Да. Для нее приготовить это не проблема. Нет. На банкеты по 50 человек готовила. Ей думала, да, что... такая работа, не понять, пока ты сам не столкнешься с таким. Это очень тяжелая работа, и реально, таких людей, что надо ценить. А у меня мама, когда в ночную смену уходила, и утром приходила. Говорила, что она никакая. Приходила съесть папину яичницу, которую никто не ел. Но он меня не любитель готовить. Он тоже не любитель, он... Все, это не мое. Один раз мама заставила, типа, начистить картошку. Это было что-то. Или как помню, запомнился момент, когда мама болела. Была в Киеве. И мы остались с папой вдвоем, что на неделю, на две, ну короче, около месяца, что-то долго ее не было, налечилась. И он же готовить не умел.
Бывало такое, что он еду покупал, но чаще приезжал крестный, который просто, я не знаю, откуда они брались. Помню, целые пакеты привозил, там колбасы, соки, фрукты постоянно. Я не знаю, зачем он это делал. Но, видимо, переживал, да. Но он, кстати, да. Не знаю, один человек это из семьи нашей, это папа не умеет. Ну, то есть. Не, у меня тоже папа умеет готовить. Даже моя сестра муж умеет. Чего это? Ничего, потому что я уже поела. Типа, мне понравилось. Мне вкусный очень. Молодец. Может, тебе еще досыпать? Нет. Все. Брешет или не? Напиши в комментариях. Да, шучу. Не, ну ты говори, хочешь, может, еще? Нет, спасибо. Как помидоры, кстати, зеленые? Отличные. Нет, серьезно. А что? Ну, потому что уже какую неделю покупаем зеленый, поэтому спрашиваю. Она сказала, я не буду есть помидор на камеру с супом. Не, просто мне кажется, знаешь, я с типом... Всем еще раз добрый вечер, ребята. Хотела вам сказать, почему так пост и почему... Вообще, все пошло не по плану, видео неправильное, но просто у меня реально с телефоном беда, памяти не хватает. На телефоне, хоть на нем 256 гигабайт, но реально память надо чистить, буду сейчас заниматься этим. Поэтому не следите строго, как-то так видео получилось. Ну, я надеюсь, вы нас тоже порадуете все равно лайками, напишите комментарии, если вы нас не забыли. Я, кстати говоря, только подсушила, ну, даже не сушила, я помыла волосы, вот, и я сегодня решила, что феном их не буду сушить вообще никак, просто решила, что сейчас пойду расшу вот это все, и, может быть, косичку заплету, и все, и буду ложиться отдыхать. Сегодня, кстати, много заданий было, в плане как письма написать, домашнее задание по немецкому было, поэтому целый день вот такое, что непонятное, то немецкий, то телефон этот зависает, вообще не получилось никак, так что извините. А на этом все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставим еще раз на лайк и пишем комментарий, всем чусь!